Куда идем, товарищи? Главное, гуськом. Доброе утро. Ну, уже, правда, не утро. Обед, скажем так. Вот такая у нас погода изменилась. Ветра нет совсем. Тепло, но пасмурно. Ночью шел дождичек. Еще обещают в 2 часа дня дождь. Вот. Союз печать. Не знаю, у нас Мурманский уже давным-давно по-другому называется. Вот. Я отвела своих пацанов на английский язык и пойду схожу до моря. А, купила зонтик наконец-то. Все хотела заказать на Алиэкспресс. Но у меня какая-то проблема. Я уже 3 недели не могу оплатить заказ. Мне пишут какой-то системный сбой. Ну, не может же быть. Ну, не может такого быть. О, тут уже цветут. А у меня еще только-только. Вот такая трава-то тоже скоро зацветет. Вот, мои хорошие, вы напишите, если кто-то, у кого проходят платежи, напишите мне. Это, видимо, только у меня. Вон как она, сосна цветет. Вот. Не знаю, надо тогда к кому-то обращаться. Мне столько надо заказать, и у меня ничего не получается. Так, ладно, пойдем к морю. Так, что еще новенького у меня? Пришла посылка с Василька. Но я сейчас ее пока открывать не буду. И снимать не буду. Потому что сейчас праздники. Просмотры просто упали. Люди, видимо, на дачах картошку сажают. Просто у меня такого еще не было. Спада. Какие красивые. У меня тоже были такие. Но не знаю, куда они девались. Что с ними стало. Вот. Так что Василек я после праздников выложу. Ой, тишина, только где-то сигнализация машина визжит, а тут ни ветерка. Ой, а я на себя кофту шерстяную напихтерила. Жарко. Да. Зато внимание окружающих мне обеспечено. Вчера иду навстречу. Женщина идет. Ну, не знаю, лет 45, наверное. Примерно где-то так. Она так смотрела на меня, что споткнулась передо мной и чуть не упала. А я уже 6 лет назад так ходила. Ну, правда, в Болгарии там-то вообще всем наплевать, кто ты, в чем ты и как ты. Вот. Какое-то судёнышко вдалеке. Ой. Что-то песка накопали. Прелесть.
потихонечку поплескивает. Палку не взяла опять. Да с пацанами как начнешь собираться, обязательно чего-нибудь забудешь. Скоро 9 мая. Колесо обозрения откроется. Аттракционы пооткрывают. Уже люди есть, приехавшие в отпуск. Их прям видно. Я смеюсь, говорю, я, наверное, уже как местная стала. Смотрю, кто чужий, кто свой. Ой, блин, за 5 лет, да. Я акклиматизировалась. Ирина у меня с Валерой голые ходят. А я кофту одеваю. Да и вообще, наверное, ну, все равно же привыкаешь. Уже другими глазами на все смотришь. Да, еще что вот вам хотела сказать. В ближайшее время мне надо разыграть еще салфеток 50 штук и парик. Заказала я себе парик. Ну, с расчетом, что когда холодно, вместо шапки в нем ходить, потому что с шапками у меня как-то не складывается. Вот. Но и с париком у меня не сложилось. На мое вот это круглое лицо. Он смешно так смотрится. Я, ну, конечно, я в нем ходить не буду. Вот. Мне все говорят, вот надо продать, продать, объявление дать. А я думаю, надо разыграть его. Но, девчонки, я вас заранее предупреждаю, что он пойдет девушке с таким, ну, не круглым лицом. Так что разыграем парик. Так он симпатичный такой. Но не мое. Вот, ну ладно, пойду я. В магазин надо сходить. На почту зайти. Пока мои учатся. Вот, принарядили к 9 мая. В 9 утра построение колонны, бессмертный полк будет. В 10 вечера будет фейерверк. Ну вот, зашла я на почту. Ничего мне пока не пришло. И я как тот пятачок. Кажется, дождь начинается. Дождик моросит. Слабенько пока, но, наверное, разойдется. Ну вот. Сейчас пойду зайду в магазин. Мальчишек заберу с учебы. И поеду домой. Вот прям уже боюсь. Я как попрощаюсь, так обязательно потом еще что-нибудь сниму.